АТВ представляет. Ассаламу алейкум, азиз юрташлар. Сизлар билан Шумбола ТВ канали. Азизлар, бугунги видеороликимизда Ўзбекистонга арзон қўнғироқ тарифини билиб билишимиз учун бизга ҳозир операторга телефон қилиб, кўз олдиларингизни биламиз. Ҳозир мана мегафон сим картаманда, ҳозир операторга телефон қиламиз, манаки 0500. Ҳозир эшитасизлар қайси арзон тариф Ўзбекистонга қўнғироқлар? Мне нужен оператор. Хорошо. Оставайтесь на линии. Соединяюсь со специалистом абонентской службы. Оценивайте, насколько вам понравилось обслуживание. Специалистом контактного центра «Мегафон». Для оценки нажмите от 5 «Отлично» до 1 «Плохо». Алло. Здравствуйте, меня зовут Константин, чем могу помочь? Алло, здравствуйте, добрый вечер. Я хотел бы узнать, Узбекистан, страна Узбекистан, звонить, какой тариф сейчас дешевле и стоимость узнать хотел. Можете мне подробно сказать? Да, конечно. Так, в Узбекистан у нас есть тарифные планы, только теплый прием, чтобы звонить более-менее. А стоимость сколько будет? Одну минуту. Если обычный теплый прием без абонентской платы, то звонок в Узбекистан будет стоить 4 рубля. 4 рубля, да? А любой компания, да? Там в Узбекистан можно звонить, да? Да, да, да. А если там какой-то пакет есть, да, дополнительный? Нет, нет. Если подключать уже с абонентской платы теплый прием, там уже будет меньше стоить. 3,50. Вот если за 400 рублей, и если тариф за 500 рублей, то там в Узбекистан будет, а, ну, тоже 3,50. Я понял. Хорошо, все, спасибо, всего доброго. Все хорошего. Спасибо вам за звонок. До свидания. Всего доброго. Майка азизлар, ko'rib turganlaringizdek, megafonga hozir to'pli prim ekan, 4 rubl yurgan, men tushunishim bo'yicha, O'zbekistonga любой kompaniyaga, Beeline'ga, Ucell'ga, hammasiga 4 rubldan yurgan. Agarda abonentskiy plata bor ekan, 400 rubli, 500 rubli, 300 rubli bor ekan. Agar 500 rublini tanlasanglar, minutiga 3,5 rubl bo'lar ekan. U, menimcha o'ylayman, 500 rubl oyiga undan ko'ra tashlab, shu 4 rubl to'pli primga o'tib, 4 rubldan telefon qilgan yaxshi ekan. Azizlar, agarda videorolikimiz yoqqan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda sizning telefon raqamingiz Beeline bo'lsa, agarda Beeline'ga qiziqmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, kelgusi roliklarimizda Beeline'ni ham shunday qilib aniqlab sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Azizlar, sizlar bilan Shohruh Shodmonov, Shumbola TV kanalini tomosha qildinglar. Xayr, salomat bo'ling.